Здорово, ребятки, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы поиграем в блокпост с АЕК 971. Выносит с двух пуль в голову, имеет 30 патронов в обойме и 120 в запасе. Характеристики очень хорошие, прям очень. Так, ну вот, собственно, я и в игре. Начнем тестировать наш АЕК. Это просто машина для убийств. Использую эту машину по назначению. Две пульки в голову и шаурма готова. Осталось завернуть в лавашек. Лол, я читер. Тем временем у меня заканчиваются патроны. Опс. Респа, респа. Кидаем аптечку, сижу здесь. Surprise, motherfucker. Опа. Здрасте. Такой беспалевный, блин. Вообще незаметный. На картах ползет такой гопарик. Ой, это я закосил прям конкретно. Аж обидно стало. Фу-фу-фу. Ты шо? Сейчас я кого-нибудь расчленю. Тут нет никого. Так, тихо. Не рыпайся. Дурачок. Зачем так делает? Блин, опять людей мало. В кого стрелять, кого убивать, а? Я так приунывать скоро начну. Опа, мясо! Мясо! Ну зачем? Оп, оп! И тут Алёшка обосрался. Твою мать! Опа, мясо прибежало. Ребят, чё, как дела? Чё, совсем плохо, а? Ну не грусти, не грусти, братан, ну кто тебя в угол поставил, а? Пошли, я ему лицо сломаю. Кто из вас поставил моего другана в угол, а? Понятно. Чё ж вы меня все так не любите, да? Я только отхилил себе 50 хп, и вы мне опять гранату закидываете, да? Оп! Оп! Я понял. Я все понял. Ну что, ребятки, давайте на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.